оно миновало. Давно ли, кажется, это было? Приходили из леса вооруженные люди, спрашивали, нельзя ли мукой разжиться. Нет, только крупой, отзывался на пароль Афанасий Трофимович Михалкинский. Нынче ему 77. Пора бы, наверное, и ему, и мельнице на покой. Нельзя ли мукой разжиться? Можно. И крупой можно, и фуражом. Как все-таки справедливо, что в эпоху объединений, комплексов, комбинатов сохранилось на Псковщине, в колхозе «Весенний луч» скромная эта мельница. Что трудится она понемногу, приносит пользу, что следит за ней ветеран-колхозник, бывший партизан, удостоенный медали за отвагу.